В главной роли кот. Домашнее животное готово сняться в очередной части популярного американского фильма и даже заменить на съемочной площадке Арнольда Шварценеггера. Подборку юмористических видео смотрите в нашей рубрике «Новости сети». При просмотре этого видео так и хочется услышать знакомую до боли фразу из популярного и в наши дни фильма-блокбастера «Терминатор» «I'll be back». Возможности нашей русской техники не знают предела. Но чем же еще удивить весь мир? Может, дрифт на танке? Ха, да без проблем! Наши русские забавы славятся на весь мир. И одна из самых древних и душевных – это танцы с медведями под зажигательную музыку. Камеры GoPro в последнее время очень популярны. Интернет пестрит разнообразием видео, снятых в реальном времени. Авторы этого видеоролика не стали исключением и запечатлели самые экстремальные моменты их яркой жизни.